Так, там где-то снайперская позиция имеется. И еще радист на радиовышке еще остался, получается. Наверное, спит там где-то. Давайте, наверное, сначала с ним разберемся, а то я начну стрелять по дальней цели. Там еще, кстати, палатки обыскать нужно. А че он там разговаривает с кем-то? Тревоги ведь нет. То есть он спал и говорил. История войны союзника. Так, дополнительные задачи 3 из 4. Стоять. Еще как раз бесшумный выстрел. Блин, ну третий, четвертый шейный позвонки. Это просто. Любимое дело. Так, обыскать две палатки. Сколько здесь панцершеков? Так. И на снайперскую позицию. Бегом. Советы по выживанию. Снайперская стрельба в пустыне. А, это про миражи. Что, стреляете вечером или стреляете с возвышенностей, чтобы миражи... Ищемое. Блин, а да, есть такая тема. Это лажа с винтовкой. Невозможно. Блин, Мосин, это же хорошая эта винтовка. Ну.
по тебе не попадаю. Блин, хрен его знает. Так. Попробуем. Я там лежала винтовка. На той снайперской позиции в другом конце полигона. Да-да-да. Так, пульт 120 и дальше не бежим, да? Попробую взять ее. Побежали обратно. Ах, хорошо все полыхает. А внизу они даже не догадываются. Ли Энфилд. Неужто ли это винтовка поубойнее, чем Мосина? Всего пятикратный зум. И сетка, кстати, такая же, как у меня. Ну хоть ты убей. Не могу попасть. Ну как такое может быть? Так, ну.
попадаю, ну ё-моё. Аллилуйя. Фух. Да, вот только патрончиков бы где-то взять. Ну тупо наугад стрелять, такой, такого дальнего идиотского выстрела еще не было во всей игре. Не у меня одного такие проблемы возникли, не знаю как у вас. Так, а что это за вышка там? Туда вообще можно добежать? Любопытно все-таки. Нет, не можно. Очень тупо сделали они. Бинтуйся. Так, вот еще палатки не обысканные. Навел рот. Когда они как раз не нужны, так дают нам патроны на вел рот. Так, так, так. Сейчас я хочу сбегать здесь еще посмотреть. Вот это вытяжка, да? Так. Вот еще костерчик с картами. Так что ж, давайте теперь выполним наше основное задание спустя час игры. Должен быть способ открыть эти двери. Да, простой способ. С помощью какой-то матери. Расстрельная команда должна прибыть к камерам для казни заключенных. Найдите карты, чтобы попасть на завод. Так, нужно искать карты, да? Кстати, здесь вон какие-то шумы. Блин, эта бумажка меня чуток испалила бы. Давайте пробираться так. А вот наши заключенные. Союзники. Только про них ничего-то не сказали. Официально, скажем так.
Расстрельная команда должна прибыть к камерам заключенных. А где заключенные, собственно говоря? Так, где я? Вот. Подземелье. Вот видите, тут звук какой-то еще есть. Все чисто, блин, палят ребятки. Кто-то выскочит, и мне каюк. Опасно, блин. Так, второй патрульный сюда не идет, это хорошо. Так, сагрились двое. Это нехорошо, конечно. Да ну как это так? Как будто бы не в него, а в стену стрелял. А можно я камнем зашибти кого-нибудь? Полетело. Я никого не убил, да? Досадно. Но тревога снята. Так. Все чисто. Ты наорал как резанный. Так, ну думаю, где-то в эту сторону нужно идти.
Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не пропустил. История войны коалиции. Пехотный штурм. Придется в рукопашный тогда воевать. Так, ну здесь нам нужно еще заключенных освободить, я так понимаю. Так, это... Это я так спалился. Ух ты, блин. Так, это еще один вход. Обыскиваем. Спасибо. Я думал, нам крышка. Да нет, вам пока что не крышка. Ну, нужно обыскать все. Это типа спальня, да? Дневник Валена. Угроза производства. Так, ну, по-моему, еще кое-что. Странные игральных карт я не нашел. Здесь. Они вообще нужны. Задачи 4, карты 2 из 3, дневники 7 из 9. Где-то я провтыкал это все дело. Ну ладно. Я уже сам потерялся. Что, где и почем? Здесь я не был. А здесь я был. В принципе, так, в общем, тогда бежим прямо. Там где-то и выйдем. Так, я, по-моему, здесь еще какой-то ход был.
Ну, так, сюда я зашел. Не хватает одной ерунды какой-то. Так, ну туда я, получается, уже ходил. А здесь заключенные были. Так, а вы что, выходить не собираетесь? Пригрелись? Так, ну и все, блин, ну. Ладно, где-то я провтыкал. Ничего не поделаешь. В каком-то ангаре стопудово. Выходим и бежим, куда глаза глядят. Ладно, давайте. Эх, магазин, я уж подумал. Карты. Так, куда там еще нам бежать? Снайперские позиции. Карты, да, дневники, ну ладно, хрен с ним. Если там мне просят занять снайперскую позицию, да? Займите снайперскую позицию, чтобы прикрыть дверь. Сейчас будет мясо, много мяса. Так, 10 патронов, вот так, 10 патронов — это хорошо. Давайте сразу отдышимся. Кстати, пульс был больше 120. Так, это наше, да? Да. Раз только, значит, наше. А ну-ка, двоих будет или нет? Так. Так. Уху-ху-ху.
Давай. Стрел идет на раз-два. Это покруче, чем было в этом. Уничтожьте всю немецкую технику. Так, а что же это за техника? В какую сторону она смотрит? Снайпера? Ребята, не стреляйте ему там. Ну, любопытно было. Вот ерунда. Thank you.
Бум. Да. Хрена себе они зорки. Все. Иди сюда, иди, я тебя сейчас тоже накормлю. Какая-то голимая бронемашина. Надо ее пометить, все-таки было бы. А вон она ездит. Ну что же. Пускай едет. Бум. Крепкая попалась. И где у нас зона эвакуации? Впереди. Валим. Заключенные наши так как сидели, так и сидят. Все, эвакуируем. Сержант третьего ранга. Сумма 9000 метров. Вот это я настрелял. Ну, конечно, не все нашел, но я не особо скрупулезен в этом вопросе. Вот она. Финишная прямая. Завод по производству крыс. Последняя миссия. Врезанный в скалы ущелья Мидес. Странное место для танкового завода, но резкие перепады помогут прятать тела. Пора уничтожить крысу и весь завод. Нельзя, чтобы Рейх снова создал этот танк. По пути мне придется вывести из строя конвейер. Кстати, здесь есть несколько хороших позиций.
А потом, когда все закончится, я покончу с Валеном раз и навсегда. Да-да-да.